Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Майя Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео и не видели начало партии, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому видео, либо появляется в верхнем правом углу. Также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество», а для всех остальных приятного продолжения просмотра. О, сейчас кризис посыпется, мне сейчас предложили кризис. Против меня? И против Лёши, и против Маши. Майя предложение, и Люкс тоже. Вот так что сейчас ход 2 и боты примут, я чувствую. Ну прям примут. Так это же боты. Сильно вообще отваливается Олимпия. 4.7 сейчас построится этот. Ну вообще терпимо. Я не думаю, что только там осталось. То есть 4.7. Ну как минимум ходов 10, да? То есть здесь ходов захвачу эти города, мне кажется. Меня научили не, конечно. Очень как-то так. Свалил. Две полевых пушки я могу апнуть. Все деньги будут. Так. Рост. О, у меня кризис. А, видимо, против меня, раз мне не видно. Топ. Против меня, сволочи, голосуете, да? Именно против тебя. Ты предал Чили. Да, было такое, помню. Но его же нету уже. Он ушел. Он предал твое предательство? Да. А мог бы сейчас мстить. Ладно. Принято, ну вы даете. А, ну да, по чеку так. Правильно говорите, влил.
еще. Олимпия уже не отваливается. Сколько форсалы? Блин. Слушайте, у меня какой-то глюк с интерфейсом. У меня вот эта иконка, где предательство, находится за мини-картой, залезла. Минус 17, это много. Так, что за ученые тут у нас? Это хороший инженер. Давайте, может, лучше на инженера. Норвежец предложение. Там в Лавенте есть что-то же уголь. Да, я думаю, что Лавента присоединится к нам. Где мы должны? Ура, я осилил ульку уман. Чего ты сделал? Осилил город улька уман. Забрал. А, молодец. Да. Или проверь. Хватает силы немножко. Так, ну надо, видимо, Эфес атаковать.
Блин. Да ладно, что не подойти? Все коммерческие районы только у голландцев имеются. А как смотреть, какие тайлы затопят? Это что надо включить? Поселенцы. Кстати, вот один тайл топит. Я и все. А, вот тут еще. Да, Эрмитаж надо бы спасти. Скоро начнется затопление. 5 ходов начнется. Опасно. Железную дорогу буду строить. Что я делаю нечасто, конечно. Блин, не достроил Тадж-Махал, все-таки угнали. Давайте Христа Искупителя тогда. Кажется, мне не хватит силы кавалерии, чтобы захватить. Не хватило. Отлично. Один сбежал шпион от стека, а другой умер. Ну, точнее, попался. 92 голды не дал. А чё так мало денег у тебя в городах? Потому что караваны какие-то маленькие, которые я могу посылать. Вот поэтому.
А ты в города американца бывшего посылаешь? Да. У меня до твоих не дотягивается. А, да, понятно. У меня города американцы, типа, не на то заточены. Люкс предложение. Интересно, ты расселился, конечно, ацтек. Ну, как была возможность, так и расселился. У Анса это ГГшка, если что. Угу, кинул предложение ацтек. Не знаю, я мог его запереть, а по итогу они запер, да? Ну, по итогу я приобрел союзника, мне кажется, это лучше. У меня меньше науки, потому что со мной воюет одна из научных ГГшек из-за перикла. Может, вместо этой одной фермы пускай будут три науки, но зато... Зато райончик поставлю.
Imagínate, gentita, tú ya. Норвег, сделка. А у вас тоже пишет, что Греция ходит, хотя это бот. Ну, она ходит. Вообще я хожу, но он же будет ходить после нас. А у меня написано, что Лёша не ходит. Ну ладно. Блин, шпион, сова, метающее копье. Хотя земляная акула круче. Слушай, Голландец, давай ты еще и Конго не будешь забирать, а? Я один город так. Это уже я как-то вот жирно. Я вот смотрю, что пути на Конго, если честно. Но их как-то... Не то понадкусывали, человеку теперь страдать сидеть. Ну, я только Мбату заберу, у меня больше... Ну, я уже забрал, у меня больше нет. Ты дальше, да, Люкс, пойдешь? Да я не... У меня нет прохода, блин, не вижу. Там горы такие. Ну да, конечно, пойду, кто человек будет сидеть просто так. Норвег, ты будешь забирать Конго? Я с ним союз. Куда я пойду забирать? Леша, правда, очень, как сказать, очень грамотно разрушил дорогу между мной и Конго. Ничего не разрушал. Я вижу обрывок дороги и твоего коня. А, это я разграбил торговца. Я ж не думал о том, что там будет.
дорога какая-то. Там торговец ехал. Норвег, у нас еще три хода будет союз. Ну, я могу, кстати, тебе помочь просто Корогину забрать. Ну, поможешь, хорошо. Ну, у меня в основном, видишь, у меня же в основном морская армия. Я просто не вижу смысла человека мучить, чтобы он тут сидел и ждал, пока он не закончит. Ну да, если Челлини ушел, и только ему войну объявили. Плохая тенденция, если честно. Слушай, ну боже, да. Красавчик, у тебя нельзя украсть денег. Че это? Я ни одной ЦК не вижу. Да, у меня же гауни стоят. На кой мне ЦК? Тебе нельзя украсть денег, да, если у тебя не будет ЦК. Варвары убили мне рыцарей, и мне теперь танки не из чего сделать. Я не знаю, конечно, ну, походу за Майя вообще бессмысленно кого-то захватывать. То есть вот я захватываю, например, Спарту, да, ну, представляете, там развитый город у него, и тут 9 производств для меня. 9. Ну, ладно, тут минус 17 из-за нелояльности, но оно пока восстановится, пока вот все вот это вот. Слушайте, давайте следующим ходом сейв сделаем и загрузимся, или там, не знаю, когда Конго вылезет, потому что у меня что-то вот это предательство, короче, у меня выглядит все очень... Очень странный интерфейс выглядит, короче. И плюс у меня горячими клавишами линзы не открываются. И поиск не работает по карте. Давай. Сейчас? Или... Ну, я, ну, давайте, когда Конго вылетит, чтобы уже ему не заходить. Чтобы мы вчетвером тут остались. Вылетит, в смысле, выйдет или? Ну, не знаю. Сколько ты собираешься по Черину сидеть, да? Пока у тебя все города не заберут? Бучерина. Я у нас освободил вообще. Я вообще вышла со стороны. Так, голландец, этот город я забираю сейчас. Забирай. Он сидит, пока у них с Норвегом не закончится союз. Лёш, давай тогда с тобой союз. А, давай. Нет, сейчас. Тоже через 4 хода. А то в Грецию отправлять мне уже как бы нет смысла, наверное. Ну да. Там его ж нету. У грека все Афины обставлены всякими великими музыкантами, писателями.
while I nodded, kneeling. Норовек, предложение. Блин, у меня такое было уже. Ну ладно. Ты про апельсинку? Ага. Блин, Галань, что это тут за самолеты к моей стороне прилетают? Ну просто защищаться. Ага. Да я серьезно. Еще один караван ехал дорогу делать. Не доехал.
Я снова краш. Ну, здорово. Ждем. Да. Норвег,
ты там объявляешь? А, сейчас я тут Аллахом пну, то они мне там мой город выносят. Да, сейчас. Ну я бамбу могу тебя разбомбить, я ее забирать не буду. Парк поставить? Нет, пожалуй, нет. Норвежцы, мы будем союз заключать? Да. Ну ты этого убей, как его. Крепко, и у меня освободится научный. О. То есть, наверное, надо поменять тут Магнуса и Рейну местами. Да. Магнус кучу производства даст. А что там Рейна дает? Она же ничего не дает. Давала соседство коммерческому району, да и все. Всплыло. Так оставим.
Ну, норвежец тут не конкурент. Тут. Вот ацтек и голландец. Так как они рядом друг с дружкой, то я надеюсь, что они будут друг в друга бросать. Либо мы... Это... Ацтек, голландец. Будем кидаться ядерками или кто улетит быстрее, поиграем? Вот, я с не буду кидаться точно. Чего? Я с ацтеком точно не буду кидаться. А со мной кто будет кидаться? С тобой точно никто не будет. То есть ты хочешь голландец со мной кидаться ядерками, да? Нет, с тобой не хочу. А просто с ним у меня договоренность, с тобой это у меня ядерками. Нет. Еще раз. Я ацтека спрашиваю, хочет ли он ядерками со мной кидаться? Ну раз у вас есть промка, то совершенно я не могу кидаться ядерками из-за договоренности, а в тебя, Алексей? Меня кинешь обязательно, да? Ну, я не знаю, у меня нет промки на улице. Типа 100 промки, это не серьезно. Все, я поставил 3 минуты. Скажите до свидания, Челлини. До свидания, Челлини. Пока. Походу не слышит нас. Нехорошая игра. Да, да. И не спасибо за игру. Да, не спасибо за игру. Видишь, 673 науки, а ты говоришь, нет смысла забирать. Ну, там же ученого на плюс 4 забрал. Это у меня появилось за счет того, что у меня перестала быть война с его ГГшками, которые он засоюзил научные. А не за счет его городов. Я тебе могу сказать, сколько у меня в его городах? Сейчас, подожди, я на паузу нажму. Значит, давай. Смотрим. Афины 28. Эритрия 2. Я науку говорю. Аргос 8. Олимпия 3. Парсала 18. Микены 16. Спарта 22. И Эфес 3. И Кнос еще 7. Ну, я бы сказал, что я даже сотню не взял, мне кажется. Ну, около сотни, окей. Но Кванга, Имбанда, Конга тоже. Отложу на один ход. Тут все это производство. У нас тоже союз закончился. У нас был экономический, по-моему. Угу. Что-то прям так резко денежки упали. А ты, по-моему, Бамби еще раз можешь ударить? Да. Спасибо. Все, заканчивайте с Конгой, мы тут вчетвером вольготно расположимся. То есть, скажем так, голландец забрал американца, ацтек забрал инка, я забрал грека и норвежец забрал конга. Ну, типа.
в Кумасе, надо до трех уже. У нас три претендента на улет получается. Да. Причем мы одинаково не готовы. Даже в ракетостроении никто не видит. Так, тут я, пожалуй, подводную лодку построю. Это плыть к этим ребятам, ядерки бросать. Так, броненосцы я, пожалуй, удалю. Не нужен. Даже университета нету. Это прям. А он нужен там, да? Ну, как бы хотелось бы так 7 ходов у нас строится. Так что, не кидаемся изучать Манхэттен или? Ну, я бы хотел на улет поиграть, а не кидаться ядерками. Просто тут, ну, как бы, двое начнут, и третий явно в лучшем положении тогда. Ну, только и договорились. Окей, я мы тогда втроем, не изучаю. Мы втроем договорились, а Кораген... Кораген? Ну, я в Корогена не буду брать. Если он захочет в кого-то бросить, я, например, не расстроюсь, даже если он в меня бросит. Мне просто кажется, что мы улетим намного раньше, чем он построит хоть что-то. Ну подожди, видишь, он говорит, что у него нет урана, значит он в уран уже вышел. Я давно вышел в уран, вы чё? Нет, то, что у меня его нету просто, поэтому смысл-то как бы. Мне кажется, у меня приличное производство. И я тут вполне могу что-то сделать. Вот и хорошо, что мы заключили пакт о неиспользовании ядерного. Потому что у меня уран, я думаю. Ты видишь, сколько я места занимаю на карте, да? Очень много. А урана в это место не поместилось. Ну, у меня даже на острове в том самом нету ни угля, ни нефти. Хотя остров огромный на самом деле. А вот твои два города, Чапультепек и Тая, по-моему, очень сильно утонули. Блин. Ну, мне кажется, у меня есть все шансы. Не, Чапульта я успел построить плотину. Там кампус я спас. А вот Тая... Причем у меня где-то должен инженер так, надо где-то еще канализацию сделать. О, в столице, например. В Кобе. Утекали, давайте. Да ладно, опять ты вылетел? Ашан, да, что началось? Пока дает. Может, ты у тебя... Через DirectX 12 или 11 играешь? Через 12, я вот тоже подумал, я же попробую через 11 зайти. А что, 12 этого багнута, да? Я просто сегодня только поставил на 12, решил что-то. Да, было. Там есть проблемы вот такие. А Квиллу ты можешь сейчас забрать? Нет, тут люкс мешается. Я могу отойти, куда? Ну, я к ней, к Вилле подойти бы. Куда мне отойти? Назад. Ты будешь кем? Ты будешь берсерком подходить? Да. А, забей, я могу вот сюда убежать. Блин, это законно, что я сейчас двух подряд инженеров взял? Просто. Ну как у тебя так накопилось много? Не знаю, я сейчас просто зашел посмотреть, смотрю, там инженер, может быть, взял. И сразу же написано следующего нанять, тоже взял.
Нафига мне этот престиж? Шан, ты заходишь или ты уже зашел? Я уже зашел, хожу. Ну так, надо же обратно на 3 минуты поставить. О, надо бы жемчуг обработать. У меня 4 источника урана. У голландца 2 штуки. Кстати, все источники урана у меня у грека. И одна вот только рядом с Поленки и чеченицей. Вообще 5 источников, 5 там еще вон. 5 источников урана у меня было бы. Я бы вас как зафигачил бы. А у тебя сколько? Тоже. Ну ладно.
Люкс, Норвег, сделка. Норвежец, да забери ты Конга, ну. Какие там проблемы? Lady's imagination. Конга, короче, я забираю Квиллу. Почему я следующим ходом я забираю? Ну блин, он союзит ГГшки, которые мне не дают. А, уже не союзит пока. Точно следующим ходом заберешь? Да, он уже, ну, там такие места, что я еле подошел к этому городу. Ну да, точно на следующий ход. No, you're unhappy. Ra!
На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно должно появиться завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!